Стало известно количество потерь личного состава и техники российских вооруженных сил в Украине. По данным Генштаба вооруженных сил Украины, в результате боев обезврежено 39 520 российских военнослужащих. Кроме того, атакующая сторона потеряла 1722 танка, 3942 боевых бронированных машин, 869 артиллерийских систем, 255 реактивных систем залпового огня, 113 средств ПВО, 221 военный самолет, 188 вертолетов, 714 беспилотников, 2823 единицы автомобильной техники и топливных баков, 170 крылатых ракет, 73 единицы спецтехники.